доброе утро! Всем привет! Это тайны шести континентов! Ребята, если вы любите удивляться и узнавать страшные секреты, смотрите нас внимательно! Марина, я слышала, что в мире есть птицы, которые гораздо меньше меня, величиной с насекомое. Есть такие. Называются колибри. Это самые маленькие птицы на Земле. Их родина – Южная Америка. Эту красочную экзотическую птичку часто путают с насекомым. Например, с бражником. Ведь длина ее тела всего 4-5 сантиметров. А двигается она так быстро, что ее невозможно разглядеть. Колибри развивает скорость до 80 километров в час. За одну секунду птичка совершает 10 взмахов крыльев. Это просто чудо, птичка! Я так быстро крыльями махать не умею! Вот! Ой! Смотри, Каркуша! Когда лопасти вентилятора вращаются так быстро, мы не можем их разглядеть. Так же и колибри. Из-за того, что она такая быстрая, это просто птичка-невидимка. Она прилетает и улетает так стремительно, что человек ничего не успевает понять. Но иногда она останавливается. Да, это самое быстрое в мире торможение. Оно моментальное. А чем колибри питается? Ну, в основном нектаром. Иногда, чтобы привлечь колибри, их подкармливают сладкой водой. А еще своим длинным острым клювиком она опыляет цветы. Но на самом деле эти малыши едят также насекомых. Хотя желудок у них небольшой. Птичка весит всего 3 грамма. И большую часть ее тела занимает огромное сердце. Оно бьется со скоростью 1200 ударов в минуту. Это действительно уникальное создание. Вот бы познакомиться с какой-нибудь семейкой колибри. Кстати, эти необычные птички даже птенцов кормят на лету. Они проводят всю жизнь, находясь в воздухе. Любой летчик им позавидует. Колибри умеют летать не только вперед, но и назад, а также вбок. Ой, как вертолет! Надо и мне так научиться! Никогда бы не догадалась, что на Земле есть такие удивительные существа! Ребята, а о каких удивительных животных хотели бы узнать вы? Мы всегда рады вопросам, на которые вы хотите отыскать ответы. Вместе мы их обязательно найдем, на каком бы континенте они от нас не прятались.